Ay, 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 ай, гантай на юрель. Мы сейчас заказываем кулон серебряный с золотом. Будет на языке май написано свизго. Нам покажут, как это будет сейчас чекать. Мы в Мексике. Древний май. Друзья, золото с серебром. На этом кулоне написано название нашей компании Swiss Golden, а сам знак означает изобилие. Поэтому мы обречены на большой успех. Welcome Cancun, eh? Welcome Cancun. Welcome Cancun. Alotino Wexikun. Pehatsos kinti ati techu chatala shimba ton waiti kluma. Pekush ola waiti puksika. Pehatsos kinti. Da buvi sem shes. Bienvenidos a Cancún, amigos. Buen día. Ну что, дорогие друзья, продолжаем наш репортаж. Сегодня мы знакомимся с культурой майя. И сейчас мы находимся, ну это визитная карточка Мексики, потрясающая пирамида. И я надеюсь, когда будет мероприятие в Канкуне, клиенты компании Swiss Golden наводнят эту площадь своим присутствием. Та энергетика, которая здесь, она потрясает прямо из глубины земли, просто идет. А это очень важно для нашего бизнеса, для нашей работы, напитаться энергией, силой побольше. И вперед к новым победам! Рядом с Канкуном находится уникальное место, создано самой природой, такой уникальный колодец, такая пещера в виде колодца с чистейшей пресной водой. Но она знаменита не только вот своими такими красивыми пейзажами, но и золотая тема здесь тоже присутствует, потому что майя считали, что это место уникальное, здесь какая-то совершенно невероятная энергетика. И дары приносили божеству, которое они считали находится здесь, золото, серебро и другие драгоценности. Глубина 45 метров. Конечно, дна не видно, но золотой блеск есть, поэтому мы сейчас пойдем и проверим. И еще говорят, что это место уникально тем, что искупавшись в водах этого колодца, заряжаешься потрясающей энергией, приходишь в равновесие. Но, дорогие друзья, мои эмоции – это мои эмоции, мои впечатления – это мои впечатления. А мне хотелось бы, чтобы вы, когда приедете в Канкун, перед конференцией посетили это место и зарядились энергией для нового витка развития вашего бизнеса в компании Swiss Golden. Увидимся в Канкуне!
¡Fuerza México! Посетить это уникальное место, полупрестая, полусоленая вода, натуральные скалы, абсолютно дикая природа, джунгли, море всяких разных животных здесь, безумно вкусная еда. Сейчас мы, искупавшись в этих целебных водах, будем смотреть супер шоу, супер мега шоу, но вам немножечко покажем, потому что скоро вы приедете, убедитесь во всем сами. Всем привет! Это наш директор, который приглашает вас на празднование 4-летия в Канкун. Здесь так здорово! Это прекрасный заповедник. Отдыхать здесь прямо сейчас – это наша работа. Приезжайте в Канкун и насладитесь всем этим. Мы ждем вас в Мексике в июне. Вперед вместе со Swiss Golden. Будьте лучшими! Лидеры, как дела, друзья? Мы тут отдыхаем и расслабляемся. Такая у нас работа. Я бы хотел поделиться с вами красотой моей страны. Приезжайте, я вам здесь все покажу. Поверьте, что Swiss Golden – это стиль жизни. Я приглашаю вас стать частью нашей компании. Добро пожаловать! Y que siga la fiesta mexicana. ¡Ea! Sí, señor. Добро пожаловать в Мексику, в Канкун, на 4-летие. Это стиль жизни, это Swiss Golden. Всем доброй ночи, меня зовут Асенет Эрнандес, я участвую в лидерской программе компании. И мне бы хотелось пригласить вас на празднование 4-летия компании Swiss Golden в Мексику, в город Канкун. Для нас важно, чтобы вы были с нами, потому что это помогает нам поднимать престиж компании. Мы хотим видеть, что это действительно работает, что это не просто приносит изменения в жизнь, а кардинально ее меняет. Это абсолютно другой стиль жизни. Будьте с нами, приезжайте в Канкун в этом году, 17, 18 и 19 июня. Ждем вас! Всех вас!
потому что я очень хочу, чтобы вы испытывали такие же эмоции, которые я сейчас пытаюсь вам передать. Практически пролетаем над местом проведения конференции компании Swiss Golden в июне месяце, где вы все сможете присутствовать. Очень трудиться и зарабатывать много золота, также и наслаждаться золотым песком в шикарном месте, в роскошном курорте, в